Доездили. У людей, конечно, дом, а у нас колеса. С места на место, с Исляндии на Кавказ, с Кавказа в Петербург. Туды, суды, суды, туды. А вот Лесору сменить. Все нам некогда. Чистая стромота его. Ну, мышатки. Где ж она и кто мне скажет? Кто любезную покажет? А где любезная, а где любезная моя? Льются тут томится томно. Николай Иванович, Николай Иванович. Вовремя мы с тобой приехали, Лукич. В Петербурге холера. Смотри, что он шикает. Он объехал все госпитали юга России и под Сантами на поле боя впервые испытал эфирный наркоз. Как? Эфирный наркоз оправдал возлагаемые на него надежды. Говорил ты сам. Правда, что ты забрал какую-то неподвижную повязку из крахмала? Все хорошее про него правда, все дурное ложь. Просыпайся, старик! Бей в лябат! Господа! Сюда! Сюда! Что случилось? Подожди, подожди! Император прибыл! Ты с ума сошел? Приехал Пирогов! Господа! Приехал Николай Иванович, сейчас будет здесь. Ему будет приятно, если мы встретим его все у нашей лестницы. Звони громче, старина! Ничего не следует делать полсилы! Приехал Пирогов, так пусть же черти в аду слышат, как ты звонишь! Пирогов приехал. Проваливайте, подсечешь, не время. Задаточки звоните получить. Да не время, говорю же вам по-русски. А впрочем, уберите все на столе. Не равен час сунется. С благополучным приездом, Николай Иванович. Приезд мой нисколько не благополучен. В городе холера. Госпиталь, над которым вы смотритель, в мельчайшем беспорядке. В шестой палате грязь, в 14-й лекарств не дают. Больной по фамилии Надеев, вина, выписанного ему лекарем, не получает нисколько. Но почему не можете вы жить со всеми в мире, Николай Иванович, с вашим знанием? С вашим именем, с вашим талантом. Не могу жить в мире с теми, сударь, для кого больница просто казарма, а больной скучный предмет для переписки бумаг. Да и что вы хотите этим сказать, господин профессор? А не более того, что сказал господин главный госпитальный смотритель. Три
Резак, злобный резак. Сочинитель Николай Гоголь, в комедии, которую, вероятно, вы уже видели на подмостках Александринского театра, устами городничего говорит: я пригласил вас, господа, с тем, чтобы... Ну, кто помнит, как дальше? Я помню, Николай Иванович, к нам едет ревизор. Совершенно верно. Добавлю от себя. К нам ревизор уже приехал. Откройте окно. Это народное бедствие и есть наша строжайшая ревизия. Готовы ли вы к сей ревизии, господа будущие медики? Предуведомляю вас, наше поле брани нисколько не похоже на то, каким оно рисуется в юношеском воображении. Вы на своем пути не встретите ни гор дреющих знамен, не услышите пения серебряных труб, хотя, впрочем, бывают случаи, когда скромный медик вдруг испытывает такое удивительное счастье. Точно он выиграл генеральное сражение, и ему, словно полководцу, поют победу серебряные трубы. Человеческая жизнь, вырванная у смерти великолепную силу и науки, незабываемая победа для каждого из нас. Нам предстоит сражение, друзья мои. Тот, кто избрал себе судьбу медика, должен дать присягу на верную службу народу. Вот наш Горн. Он призывает к исполнению присяги и долга. Слышите? Ваше происходительство, он сумасшедший. Где это видно, что в любому солдату в марабанной шкуре кислым, извините, щам выписывать лекарства, не считается стоимостью? Да этот солдат со всеми его потрохами не стоит тех лекарств, которые для него выписывают пирогов. Ваше происходительство, в своем безумии господин профессор до того допрыгался, что во время холеры возобновил занятия со студентами. Ваше происходительство, не подходите ко мне. Вы прямо с улицы. Ваше превосходительство, господин лейб-медик, вредные материалистические доктрины профессора Пирогова производят гибельные, развращающие действия на умы молодежи. Созданный его стараниями анатомический институт служит делу неверия в промысел Всевышнего. Материализм во всей его кощунственной, всеразрушающей и дикой силе вторгается в святилище науки. Господин лейб-медик... Говорите через огонь. Что? Через огонь. Слушаюсь. Наконец, господин Пирогов открыл лазарет для черни в помещении, являющемся храмом науки. Пятую. Это вы тоже в пятую. Из Рожественской к нам поступило мужского пола 74 человека, женского 19, детей 7. Так ли? Так. Пятые места еще есть? Нет мест. В седьмую. Николай Иванович, я привез больных с каретной части. Вы? Да. Почему вы здесь, Козлов? Кто вас послал на холеру? Сколько вам лет? 16. Слушайте, говорю, мне 17. Говорите правду, не лгите. 17 мне не исполнилось, Николай Иванович. Может, скоро исполнить через 7 месяцев? Идите домой. Николай Иванович, ведь это как же? Ведь вы же сами сказали, что все пойдут. Вы сами сказали, что мы должны как солдаты. Николай Иванович, я дал присягу. Оставайтесь. Я бы хотела оказывать помощь больным.
вы? Ну что ж, женщине присуще милосердие. И больном она будет подобной сестре. Седьмую. Ну что ж, сударыня, вот вы будете у нас первой милосердной сестрой. Или лучше сказать, сестрой милосердия. Скулаченко! Определите к делу сестру. Меня зовут Катерина Ивановна. Сестру Катерину Ивановну. Пойдемте. Грязи не боитесь? Вошь нательную от божьей коровки отличить сумеете? Желание оказать помощь ближнему при неумении работать способно скорее принести вред, нежели помощь больным. Все мои близкие умерли от холеры. Я не вижу повода для того, чтобы шутить надо мной. Простите меня, сударыня. Но в эти дни ужасного бедствия более всего мне отвратительно ханжеское желание показать себя добрым и сочувствующим народу при холодном сердце. А холодных сердец такое изобилие. Пойдемте работать. Настоящая работа всегда достойна всякого уважения. Здравия желаю, Лукич. А, здравствуйте. Ну как, работка-то? Да, работа наша, конечно, не сахар. Не. А? Не сахарная работка. А. Третьи сутки вот нисколько не спим. От зари до зари, по лазаретам да по госпиталям. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. А как ночь, мертвые тела крошим. Для науки. Да-да. Куды ручки, куды ножки, куды кишочки? По всему мертвому телу ее окаянную ищем холеру. Равнейся, ребята, равнее. Николай Иванович заснул. Будите ли его, господа? Зачем будить? Пусть спит. Да, он тут проводит все ночи. Пойдемте, господа, обратно. Ну зачем же обратно? Многое, господа, я могу вам рассказать. Только извините, тихо. Николай Иванович ищет не только способ облегчения страданий при холере, но и пути борьбы с самой болезнью, сутью ее. Здесь, господа, работает Пирогов над своим атласом патологической анатомии азиатской холеры. Тише, господа, мы разбудим его. Не разбудим, а уже разбудили. Здравствуйте, и хорошо сделали. Здравствуйте, господа. Здравствуйте, Николай Иванович. Да. Вот мой атлас. Прошу. И не снисхождение я вас прошу, а самой суровой и строгой критики. Прошу. Федя. Да? А как эта девица? Ксения Ивановна? Да. По-моему, настоящий человек. Хорошо. Я что-то голоден. Хорошо потом пойти позавтракать. Или ужинать. Что-то мне все время кувырком пошло. Вот что такое деспотизм во время бедствия народного. Велика ли помощь от него, Николай Иванович? Ты опять за старый, друг мой. Я письмо достал, Николай Иванович. Ты опять запрещенное? Совершенно запрещенное, Николай Иванович. Белинского Гоголю. Ах, Николай Иванович, какое письмо. Вот послушайте. Оскорбленное чувство самолюбия еще можно перенести. Но нельзя перенести оскорбленное чувство истины, человеческого достоинства. Нельзя молчать, когда под покровом религии защиты кнута проповедует ложь и безнравственность, как истинный добродетель. А по какому полному праву сюда всякая тлев ползет? Я здесь все купил. Для меня песни поют, музыку играют. Кто гуляет? Лядов гуляет, Павел Фомич. Вот кто нынче гуляет.
оплачено сполна. Всех вам шею. Эх, все едино помирать, гуляй! Эх, гуляй, бегай! Пирогов с подливой, да поживей. Так что, ваше превосходительство, они не велелись. Кто они? Сказано пророком, послан на город мор, и будет он за место каменного дождя. 9-10 дней и 9-10 ночей. Господа, всех вон! Федор Иванович, господин лекарь, отец, друг, приказываем, всех вон в шею. Здравствуй, Федор Иванович. Не пора ли прекратить безобразие твоего собутыльника? Он велел сюда никого не пускать. А нам некогда, нас дело ждет. Кто такой? Это и есть лучший в России лекарь. Гордость наша. Профессор Пирогов. Он. Федор Иванович, друг, поклонись. Ничего не пожалею. Сам не возьмет на благотворительность. Николай Иванович, господин Лядов просит его посмотреть. Господин Пирогов, за честь почту. Наслышаны и мы при нашей темноте. Гуляю по причине отчаянности и гибели. Наследником во! Все сам пропинчу! Ваше превосходительство! Нога отказала. Нога, ножка, ноженька. Вся медицина при мне состоит, и вся ничего не может. Помоги, ваше превосходительство. Приходите в академию, я посмотрю вашу ногу. Ваше превосходительство, нынче посмотри, немедля здесь. А посмотришь, на твоих больных тысячу я творю. Всех вон в шею! Кто приказал? Лядов приказал, Павлович! Вот кто нынче приказал. Вам необходима надобна операция, иначе вы можете внезапно... Внезапно? Совершенно внезапно. Ты мне такое не говори. Ты меня печалить не имеешь никакого полного права. Ничего твоим больным не дам, во! Операция. Но я всех лекарей скуплю и за море привезу. Вот весь мой разговор. Эй, гуляй, играй, гитары, цыгане! Марья, плюши! Давно не видел тебя, Федор Иванович. За какой надобностью тратишь ты здесь свое время в часы всеобщей народной скорби? Я думаю, Николай Иванович, что один человек мало чего может против холеры сделать. Один человек, если мало и сделает, и умрет от холеры, то умрет не под лицом. Николай Иванович, приехал лейб-медик Мант и требует вас. Я ему не подчинен. Пусть идет сюда, коли я ему надобен. Из коляски он не выйдет от трусости. А неприятности от него не оберешься. Или вы не знаете этого негодяя? Садись, подождет. Козлов. Николай Иванович, я хочу вам сказать, Николай Иванович,
давеча принесли одну девочку 8 годов. Я ее лечил, как вы учили. И она выжила. Да-да, Николай Иванович, она выжила. Подождите, Николай Иванович, не уходите еще. Я не ухожу, голубчик Козлов. Я здесь. Господин Пирогов, их превосходительство, господин Мант, ждут вас. Еще нагнитесь ко мне, Николай Иванович. Это правда, что вы говорили о серебряных трубах. Но что я за не мог, это ничего. Я только слаб немного, Николай Иванович. Живо его в ванну. Щетками, скорей. Господин Пирогов. Я профессор Пирогов. Что угодно вашему превосходительству. Господин Пирогов, ваше самоуправство не знает предел. Кто вы такой, чтобы делать мне выговоры? Я лейб-медик его величества. Высочайшей волей повелено мне пользовать больных холерой морбус моею атомистической методой. Ваши занятия на мертвых телах способствуют лишь распространению прилипчивой заразы. Цивилизованная Европа признала мою методу. Цивилизованная Европа, сударь, к сожалению, признала многих шарлатанов за истинных ученых. Мы же не хотим жить на обезьяний манер. С благодарностью приемлем мы все, в чем видим горение светочей истины. И пренебрегаем кривляющимися невеждами, если даже они появляются в грандиозном виде, в сопровождении вооруженного экскорта. Господин Пирогов, ваше превосходительство! Будьте отцом родным, помогите, спасите мальчика. Сын у меня занемог, помогите. Где живешь? Вон тут, недалеко. Томик, со скворечкой. Господин Пирогов, простите, сударь, некогда. Дай вам Бог, ваше превосходительство. Я не превосходительство, я Николай Иванович. Николай Иванович, пошли. Дай вам Бог. Для которых людей, конечно, холера и кончилась. Погоревали, слезы свои соленые утерли, ну и живи, значит, да. Гуляй там, аль, работай, тете от Бога дано. А у нас нет, нет. У нас холера кончилась, хипц начался, да. Вози он его денно и нощно. Нет, вы только гляньте. Ну что это за ливрея? Чистая стромота, Николай Иванович. Завтра новую. Новую, новую, да вы что? Вы думаете, мне ваших денег не жалко? Новую. Ведь хорошая вещь была. А нонче вот под дождиком из-за хипцу все пропало. Гузно. И то все белое. И что это за хипц у вас такой вредоносный? Да, пострадал ты, душа моя, Лукич, для науки. Да ну. Видишь ли, я работал над гипсовой повязкой. Повязка эта должна предупреждать неправильное срастание переломов конечности. Николай Иванович,
Вы приказали останавливать вас, когда вы начнете говорить о деле. Вы сказали, никакой медицины. Баста, отдыхаю. Он зовет нас, Виктор Семенович. Еще несколько слов, Катерина Ивановна. Выслушайте меня. Вот эти руки есть у меня. Это голова. Желание быть полезным своему отечеству. И любовь к вам. Катерина Ивановна. Жизнь моя. Спасибо вам за честь, Виктор Семенович. Но хорошо ли вы подумали? Холера, во время которой судьба нас свела, лишила меня всех близких. Я бедна, я сирота. Но вы не будете более одиноки, Катерина Ивановна. Кроме того, Виктор Семенович, я не знаю, может быть, это покажется смешным, но я бы хотела учиться. А почему же это смешным? Я тоже еще ничего не знаю, но я хочу знать. Катерина Ивановна, скажите мне только одно слово, и счастливее меня не будет человека на свете. Скажите. Вы опрокинете лодку, Федор. Я опрокину. Скажите, ну, жизнь или смерть? Жизнь, Федор. Жизнь. Федор Иванович, за какой надобность тебя занесло? А я за тобой, Николай Иванович, на консилиум. А что? Откупщик Лядов совсем плохо. Жить хочет. Хоть за 100 000 лекарей, говорит, веди. Хоть всю медико-хирургическую академию доставь. С барабанщиком и самим президентом. Похлебки не хочешь, Федор Иванович? А? Нет, благодарствуйте. Лядов. Кто гуляет? Абафович гуляет. Ногу надо было ему резать. А вы что ж? Ну, поедем. Николай Иванович. Николай Иванович, вы же отдохнуть хотели. Катюша, я отдохнул. Богатеешь, Федор Иванович? Практика, небось, хороша. Лечу помаленьку. Садись, Николай. Нужно в карете. Лукич! Лукич! Душно нынче в карете, а? Воля ваша, я бы не поехал. На наших-то мышатых, куды вольготнее. Вот только, как бы они не побрезгнули, потому к лесору... Не побрезгуешь, Федор Иванович? Редко мы с тобой видаемся, Николай Иванович. Все тебе не досуг. Дела много. Боюсь не поспеть, старость на дворе. А куда поспевать-то, Николай Иванович? К могиле. Под могильным холмом ничего не ждет нас, кроме праха и тления. Так для какой же надобности идти труднейший из дорог? Для памятника? Все забудут люди. И ночи твои без сна, и анатомичку твою, и то, как ты жизнью жертвуешь для науки, все забудут. А лоб твой уже в морщинах. Нет, не забудут, Федор. Я в отечество свое верю. Хотя в нем нынче многие из сановных бар иначе как по-французски понимать не хотят, но ничего, все минует. И не оставит родина моя пренебрежение и науку. Хватит нам заморских недоучек в профессоры нанимать. Пусть они у нас учатся. Уже пора. Есть чему. Так почему же ты сам туда к ним не едешь? Каждую статью твою они с жадностью переводят. Мировая слава ждет тебя. Нет, дня, Федор, славы ученого, покинувшего отечество свое.
слава ученого, слава его страны. Трудно тебе, Николай Иванович. Непосильно трудно. А жизнь проходит, вскачь мчится, а ты ее не замечаешь. Нет, Николай Иванович, в жизни должны быть радости. Слышь, музыка играет. Море шумит, черт его дери, на мягких рессорах коляски катится. Видишь ты все это? Значит, это, по-твоему, и есть смысл жизни. Кстати, Федор, верно, что из всех древних ты Эпикура чтишь? Что? Жаль мне тебя. Душевно жаль. Неужели коляску да фраг, да ассигнации ворох ты за счастье считаешь? Боюсь, не видел ты счастья, не знал его. А помнишься, поздно будет. Останется холм, а под ним, как ты выражаешься, прах и тление. А ты что ж, в бессмертие веруешь? Верую. Там? Нет, здесь. В делах своих бессмертен человек. Хотя это вашему брату эпикурейцу не понять. Ну, рассказывай лучше, брат Купщика, что там стряслось. Есть магнетический чан, открытый мною для того, чтобы лечить страждущих через посредство влияния на них сока небесных планет. Окуляр, кремольер, направник, направитель, как это говорится по-русски, направильник. Николай Иванович, Николай Иванович, мы ждем вас. Кто лечил больного? С самого начала по порядку? Вначале лечил я. Сам вначале. А потом, уважаемый Аполлинарий Аполлинарьевич. Краткое время. Самое краткое. Я применял меркуриум сублиматум коррозиум, но господин Лядов захотел профессора. И наш дорогой коллега с его огромным опытом благодарствуйте. После высокочтимых медиков приступил я. К сожалению, после. Мои скромные
познаний в создавшемся положении, потом был приглашен наш всеми уважаемый профессор. Мы пользовали больного вместе. Господин профессор Мант и я. Как же могли вы, господа, отдать живого человека на поживу этому шарлатану? Как могли вы обменять ваш опыт, ваше знание, наконец, ваш долг лекаря на отвратительнейшие фокусы паяца? Господин профессор, я лейб-медик и кавалер. Говори, Федор Иванович, я у тебя спрашиваю. Николай Иванович, вы спрашиваете так, будто ведете судебное следствие, в котором Пирогов судья, мы обвиняемые. Ну, какой из меня судья? И разве это суд? Печальный пример корысти и невежества. Стыдно, господа. Очень стыдно. Ежели угодно знать, он прав. Характер его ужасен, но он живет среди нас. Выражения его резкие и грубые. Но можно ли иначе говорить с нами, господа? Разве вы все не знали того, что он сказал нам? Милостивый государь, я так же, как господин Пирогов, рекомендовал срочную ампутацию, которая, несомненно, могла бы спасти жизнь больному. Вы же сказали мне, что ампутация не нужна, так как луна входит в удобную для вас фазу. О, да, да, я сказал так. После чего мы продолжали лечить вдвоем. Не забывайте этого, господин профессор. Я лечил месмеризмом и влиянием сока планет. А вы лечили мазями, массажем, притираниями вдвоем. Прошу прощения. Я от похоронной фирмы Пухов и Сыновья. Мерочку позволите снять? Аптекарь позван. Так точно, ваше сходительство, давно должен быть здесь. Таковой Скулаченко подразумевает под гнусным словом «тиран» нашего обожаемого и бесценного монарха. Что вы там пишете, черт вас возьми, совсем? Какое мне дело до Скулаченко? Мне есть дело до Пирогова. Это он сказал, что доктор медицины, профессор, лейб-медик Мант, есть шарлатан. Так сказал Резак, а Пирогов. Какое мне дело до Скулаченко? Ваше превосходительство, при помощи навета на Скулаченко мы тень на Пирогова бросим. Скулаченко схватит, и он пошатнется. Скулаченко в третьем отделении допросит, он на Пирогова наболтает и запросит Резака пардону, зачнет перед вашим превосходительством на задних платках стоять, дескать, не погубите, жена, детишки, то да сё, а мы и ещё... Тут и вы, ваше предсходительство, что думаете, все скажете. И скажу, скажу, непременно скажу. Все, все скажете. Ваше предсходительство, пришел. Медико-хирургическая академия, провизор, ваше предсходительство. Честь имею. Для опытов обезболивания профессора Пирогова вы доставляете серный эфир? Никак нет, ваше превосходительство. Господин Пирогов приносит свой эфир, который ему приготовляет штаб-лекарь Скулаченко.
Идите. Слушайся. Преданнейший вашего благородия слуга. Ну, тут мы тебя и доконали. Штаб-лекарь Скулаченко. Николай Иванович, вот господа из нашей матушки Москвы. А вот господин лекарь Миелов из Тулы. Господин Медвежко из Омска приехали посмотреть вашу работу. Вашу неподвижную гипсовую повязку я применял 12 раз, Николай Иванович. Ну и как? Извольте видеть, имею превосходные результаты. Вот видите. А мы, господин профессор, вашу остеопластическую операцию делали 4 раза. Удалось? Очень хорошо. И вот, Николай Иванович, мы пришли учиться. Ведь отечественной хирургии для России надобно. Так надевайте фартуки, пойдемте со мной. Катюша. Что, Федорка? Катюш, дайте мне руки. Мне надо приготовить вас к серьезной неприятности. Господи, что случилось? У меня нынче пропали все наисекретнейшие бумаги. Письмо Белинского? Да, и многие другие. Я переписывал их для раздачи товарищам. Они не пропали у вас, Феденька. Их у вас украли. Это всего вероятнее. Но только ни слова Николаю Ивановичу. Но, Феденька, он заступится за вас. У кого ему искать заступничество? Полно, Катюша. Пусть же будет ему спокойно на сердце. Дело его наука отечественная. Слава России. Гордость наша. А я? Я Феденька. Вы же работаете, Катюша. Работа спасает от всего. От всего и всегда. Я уверен, господа, что наркотизация есть действительно великое средство, которое даст совершенно новое направление всей хирургии. Может, он другим ходом прошел? Нету тут другого хода. Господин Пирогов приглашает всех, для кого наука представляет поучение и интерес, на демонстрацию благодетельного действия эфирных паров. Но слышал я, сударь мой, что от этого благодетельного действия приключается смерть. Французские академики утверждают, что смерть. Я слышал такой курьез, что будто он даже женщин обучает медицине. Врут. На него чего только не врут. И все из-за характера. Неуживчив, говорят, больно. Божественный промысел вижу я в самом стоне. В вопле оперирую. Он Всевышний. Стоном больного говорит мне, что больной жив, что могу продолжать я свое богоугодное дело. А Пирогов... 400 наркотизаций произвел на Кавказе, они не верят. Вот что такое сила предубеждения. Зависть стариков ломает. Сзади вывернись, Фролов. Иду навстречу. Что вам угодно? Праздный вопрос. Идемте, молодой человек, не останавливайтесь. Я арестован. Согласно приказанию шефа корпуса жандармов. Сопротивление бесполезно, как пишут в книжках. Но вот что, милостивый государь. Мне необходимо передать эту склянку профессору Пирогову. Понимаете? Здесь эфир. Необходимо ему для нынешней операции, вы понимаете? Пойдемте, молодой человек, там все это объясните, нас это не касается. Пока не передам эту склянку, я никуда не пойду. Пойдете. Ну? Теперь, сударь, вам и хлопот меньше. Катюша. Вы Скулаченко не видели? Почему он запаздывает? Не знаю. Николай Иванович, там уже полно. Слышите?
не понимаю, куда он делся. Сходите к аптекарю, пусть нальет эфиру, да поживее. Сколоченко должен был принести нашего, но больше ждать нельзя. Ступайте, Екатерина Ивановна. Не пора ли начинать, Николай Иванович? Комиссия прибыла в полном составе, все в сборе. Запаздывает мой ассистент. Мне жалко тратить время на ожидание этой парты. 7 часов я должен быть во дворце. Ваш Пирогов? Да, наш Пирогов. Так что же наш Пирогов? Ах, господин профессор, вы тоже здесь? Я тоже здесь. Что же вы желаете сказать про нашего Пирогова? Ничего особенного. Я хочу только сказать, что ваш Пирогов, как всегда, преждевременно и пылко увлекается. Ему можно. Он великий человек. Ну, пожелайте, Николай Иванович, хорошей удачи. Желаю удачи. Дайте вашу честную руку. Делом. Меня ушлют на каторгу. Иди в себя. Чухайся. Помнись. Дряная баба. Старый тюфяк. Что, брат Тарас, видишь, сколько народу собралось на тебя смотреть, а? Николай Иванович. У меня нет ассистента и нет эфира. Я послал за эфиром в аптеку, оттуда не вернулись. Что случилось? Несколько минут назад... На улице арестован Скулаченко. Возьмите эфир, Николай Иванович. Мне интересно, с каких это пор медицинские аудитории стали приглашать так? Я в этом усматриваю неуважение к вашим сединам и к вашим чинам, ваше превосходительство. Я сейчас велю швейцару, даст швейцару вывести ее отсюда вон. Девицам не место в храме науки. Быть может, господин Пирогов желает, чтобы девицы нас обучали хирургии. Я лично этого не желаю. А господин профессор Мант тоже этого не желает. Кто же все-таки будет мне ассистировать? Я. Я, Николай Иванович. И пап. Спасибо, Федор Иванович. И тебе меня благодарить, Николай Иванович. Помогая мне в нынешний непогожий для меня день, ты переходишь в мой лагерь. Нынче за это могут спросить. Почту за честь ответить. Эпикур тебя не похвалил бы. Наркотизация посредством паров серного эфира была проверена мною на животных, на самом себе, и, наконец, на людях, раненых при многочисленных делах в кавказских наших отрядах. Россия, опередив Европу, показала всему просвещенному миру неоспоримость благодетельного действия наркоза на поле самой битвы. Мы надеемся, что отныне эфирный прибор
будет составлять точно так же, как хирургический нож, необходимую принадлежность каждого врача во время его действий на бранном поле. Я не ослышался. Опередив Европу, сказал господин профессор Пирогов. Вы не ошиблись. Я действительно сказал, опередив Европу. Вопрос о действии эфира я считаю совершенно решенным. Приспело время ввести наркотизацию повсеместно в русской армии и флоте. Ну, покойной ночи, Тарасов. Начнем, Федор Иванович. Считай, голубчик. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, двадцать. Так, господа, наш больной сейчас совершенно нечувствителен к боли. Подтяните турникет. Я начинаю операцию. Пульс. Пульс 80. Наполнение хорошее. Чудо. Истинное чудо. Оператор, он действительно во всем мире еще не бывалый. Вот что такое гений. Тише. Николай Иванович, пульс резко падает. Пульс резко падает. Дыхание затихает. Сердце остановилось. Сердце остановилось. Тогда кто же здесь есть шарлатан? Кто шарлатан? Маску долой. Открыть настежь окна и двери. Открыть настежь окна и двери. Открыть настежь окна.
подушку вон из-под головы. Воду на теме. Закройте окна и двери. Закройте окна и двери! Закройте окна и двери! Я продолжаю операцию. Как только больной придет в себя, дайте ему полстакана вина с 5 каплями эфира. Вероятно, дело в том, что мне дали гадкий эфир. История. И тем не менее наркозу суждено блестящее будущее. Стремление науки вперед неизбежно и неотвратимо. Прекрасные слова. Господа, от имени русских лекарей слава Пирогову! Слава Пирогову! Вы уж извините, ваше благородие, что сердце у меня остановилось. Ослабел, значит. Санитары говорят, хлопот вам было. Совсем, говорит, ты, служба, представился. Только Николай Иванович
и выручил тебя. Всю свою науку применил. Не дозволил солдату в бессрочной уйти. Уж вы простите за беспокойство. Что, ваше благородие, как плачете, батюшка Николай Иванович? Что ты, друг мой, Тарасов? Слезят морозы. Ветрено на дворе. Стужа. А я так думаю, что нет мороза. Солдата жалеюч. Спасибо, ваше благородие. Солдат, он все знает. И про вас знаем. Какой вы заступник и отец. Не выдадим. Все стерпим. Да, лишь вы какие герои. Все стерпим. А давеч помирать собрался. Так разве ж я помирать собрался? Я спал, а сердце и того. Того. Я смеюсь, друг мой. Вот разве ж смеетесь. Ну, попей-ка, Тарасов. Пожалуйте мясо парного. Это подешевше мороженое. Мороженое? Мороженое. В лавке парное держим. Именно что черкасское. Бараненька имеется, окорока тамбовские, тетерки именно, тичинка любая самая лучшая. Прикажете обслужить? Нет, позволь, я сам. Эх, гуляет барин Баринок. Эх, дурак, прости. Ну, брось, а вот ты скажешь, идем хоть со мной пирогами торговать. Куда прибыли? А вот кого, бегал грянчик, с печенкой, перцем, заводим, сердцем. Господа, он ведь даже не знает, какую овацию устроили ему врачи. Несомненно, он в ужасном состоянии. Надо поддержать его дух. Я скажу ему все, что мы думаем.
Милостивый государь. Да. Николай Иванович, ну? Мы, ваши почитатели, друзья вашего гения, сочли своим долгом засвидетельствовать вам, что никакие гнусные интриги ваших врагов... Полно, милый друг. Вы же лекарь, куда вам речи говорить? Интриги. Запомните лучше русскую пословицу. У всякого ермишки свои интрижки. Запомнили? Ну вот. А теперь, господа, прошу вашего внимания. Посмотрите, как на этом рисунке видно взаимное расположение органов. Рисунок этот сделан с распила замороженного тела. Распилы помогут нам создать атлас, который станет для хирурга тем же, чем является карта для путешественника. Вот видите ли, тут вот сердце, легкие, печень. Вот тут видны вены, артерии. Перевязка артерий таким образом облегчится необыкновенно. А это, ох, как понадобится нам на войне. Вы ждете ее, Николай Иванович? Мы должны думать о ней и в погожий день. Когда небо заволокло тучами и пахнет пороховым дымом, поздно думать, надо дело делать. Так вот. Были девки молоды, хороводы заводили, солдатушек веселили, солдатушек веселят, сами замуж все хотят, Да, ездились. В Петербург поди, на козле поедем. Что? Давай. Так. Говорили? Чё? С пирогом. Да будто дома, что ему в диковинку. А что? Что? Николай Иванович, брат ты мой, сам первый во всем свете милосердных сестричек на войну привел. Они у него на кухне работают и порции раздают, и лекарства разные там разделывают, лока. Все равно я до него дойду и не испугаюсь. Ох ты, какая храбрая. Да я же матросская дочка, меня здесь все знают. Ишь ты. И Нахимов, Павел Степанович. Да ну. Ну, и матрос каждый. Да будет тебе врач-то. Не верьте. Здорово, черноморцы! Здравствуй, Даша, радость наша! Здравия желаем, служивая! Да скажите, пирогу. Чё? Да ведь не только выучиться, как раны зашивать, да как кровь останавливать. Кровь останавливать. Мы, брат, с Николаем Ивановичем всю науку сюда привезли. Тут те и эфир, и хипс, и сальтировка, и... Да. Мы можем любую болезнь, конфуз привезти и учинить над ней викторию. Да. Значит, не скажете? А чё сказать? Просто сказать. Ну? Дарья мы, Севастопольская матроса, дочка. Желает на сестру милосердию выучиться. Ладно, скажем. Только ты у меня, смотри, работать как следовать. Да это Николай Иванович только с виду просто, а на самом деле, тихо. На вторую. К тому времени, когда начнется вылазка, здесь и тут развернем мы, господа, перевязочные палатки. Транспорты для перевозки раненых к нам назначены стоять вот здесь, в этих местах. Еще раз предупреждаю. На передовой позиции никаких операций не делать, а доставлять всех раненых на сортировку. Сестра Бакулина здесь? Да. Вас назначаю я на транспортировку раненых. Сестра Петрова здесь? Здесь. Вас назначаю я для питания раненых. Господин Евсеев, ваш опыт обязывает меня назначить вас на сортировку раненых. Слушаюсь. Друзья мои, перед нами Севастополь. Воины наши, не щадя живота своего, пойдут нынче в бой. Мы должны быть
не хуже солдат и матросов русских в грядущем сражении. Им солдаты говорят, а нам начальство не велят. Да, ой, ли, ой, да люли, нам начальство не велят. Николай Иванович. Здравствуй, да, Александр. Давно хочу познакомиться с тобой. Господа. Это Дарья, прозванная Севастопольскую. Купив лошаденку на свои последние гроши, пошла она под Альму и стала поить свежей водою раненых и заодно пользовать их своей простой хирургией. Сердце заменило ей знание. Это истинная сестра для каждого солдата и матроса, идущего в бой за нашу землю. Будем же такими, как она. Дайте мне кто-нибудь попить. Что с вами, Николай Иванович? Николай Иванович, на квартирку поедемте. Я вам чайку приготовлю, пиявицу поставлю. Не до чаев нам. Спасибо. Господа, приближается время. Готовьтесь в путь. Маленькая стрелка будет на единице, большая на 12, тогда, значит, пришло наше время. Понял, матрос? Откуда, друг, ты это все знаешь? В честь семинаристов, что ли? Было. Все было, матрос. Все было. Давай. Есть. Беги! Скорей!
напирай, братцы. А чего не напирай? А мне интересно. Пьешь их в темноте, а какие они из себя, неизвестно. Битые есть. Я же все-таки вы их захватили. Вылазка была удачная. Врасплох захватили. Господа, правду говорят, что два знамени взяли? Не два, а четыре. Англичанин завсегда с гонором. В плен сдался, и то словно одолжение сделал. Ну что, турок, помогли тебе твои англичане? Как же, они помогут. Иван Семенович, доехали. Многие в тяжелом состоянии. Осилки к фурам! Федюкова, нужны горячие пищи, чай, вино. На койку. На стол. В Гущин дом. Стала я его выносить из боя. А он тяжелый, он словно, извините, лошадь или медведь. Брось, говорит, меня. Это как против всей науки. Чтобы такое малое, такого здорового вынесло. Ну, да. А я ему, я говорю, знаю кто? Я Дарья. Ну тогда, говорит, вынесешь, ежели ты Дарья. Я прошу, освободите дорогу. Раненого в ногу прямо в операционную. Еще зажгите факел. Осветите лестницу. Распоряжение Николая Ивановича немедленно в палаточный госпиталь. Антонина Ивановна! Сестра покойна где? Чей это голос? Кто это? Спокойно, спокойно. Это она! Она! Даша! Позови ее! Катя! Да зачем она тебе? Зачем? Она невеста моя! Невеста! Катерина Ивановна! Катенька! Не спит, Даша! Что случилось? Отцы! Други! Туда, на тот голос! Он один в мире! Скорей, скорей же! Не надо так, солдатик. Я доплачу. Катя! Катя! Петенька! Петенька! Катенька! Катерина Ивановна! Всегда, ежечасно, всюду я видел вас, думал о вас. Катенька, жизнь моя. После чего, для распространения Виссариона Белинского, лишили меня штаб-лекарского звания. Только не уходите, Катюша. Не ухожу я, Федюшка. Да. Расшаловали солдаты. О чем не жалею. Не уходите здесь только. Здесь, Феденька, не ухожу. Феденька, Феденька. Ничего, ничего. Солдатской чести не опозорил. Вы плачете, Катюша. Вы плачете. Я от счастья. От счастья плачу, Феденька. Вот как пришлось нам свидеться, Николай Иванович. Плохо дело. Без ноги. Вы забыли про нашу гипсовую повязку, Федя. Вы многое, небось, забыли. И эфир забыли, небось. Теперь у нас и хлороформ. Без наркоза не делается ни одна операция. Маску. Считайте. Катя, где ты? Я здесь. Здесь, Феденька.
Николай Иванович, есть надежда. Вы сами медик, Катерина Ивановна. Я медик, а вы бог. Я не бог. Я, кажется, заболеваю. Катюша, спит? Спит, Николай Иванович. Начнем. Николай Иванович, он будет жить, да? И нога его спасена, да? Да, Катюш, все будет хорошо, все будет отлично. Дружок Тарасов, мало мы еще умеем. Видишь, вот, сердце себе починить не могу. Брат, Николай Иванович! Братцы, Вираков помирает! Тут и помереть недолго, слышал. Сердце лопнуло. Тише. Николай Иванович. Солнышко. Николай Иванович. Тихо. Тихо. Как жил среди нас, так и помирает среди нас. Не гаркай, ворона. Пустите, пустите, пустите. Дышит он. Николай Иванович. Николай Иванович. Ну что, старик? Ну, он уж и стариком стал. Вы уж больно молодо поглядеть на вас. И мальчишечка. Катюша, откройте окно. Так-то вот, Николай Иванович, на дорогах, сидеть войн, да под бомбами, стариками поделались. Вот-вот, и все не жрамши, и все не пимши. Отсюда на бастион. Павел Степанович. Лежите, 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 ради бога, лежите. Услышал я, Николай Иванович, что вы тяжко занемогли и грешным делом испугался. Без вас как без рук. Не столько занемог, Павел Степанович, как устал. Глупостей много, лихоимства, безобразия. Ну, этого много. Да. А Россия, Николай Иванович, у нас одна. Работа непочатый край. Вставать нам невозможно. Это правильно сказали. Нам вставать невозможно. Это совершенно справедливо, изволили отметить. Невозможно. Это вы верно сказали. Россия у нас одна. Одна, Николай Иванович, одна. И знаете, голубчик мой, вы ей нужны. Здесь, в Севастополе, под ядрами да бомбами, это очень видно, кто нужен.
Так что болеть нам никак нельзя. Вот как. Но если нужно что-то помочь, то я всегда к вашим услугам. Вот если б нам да? с интендантством сладить, трудно. Николаевич, у генерального интенданта такие связи. Прямо туда. Да нет, только вы не огорчайтесь. Нам ведь огорчаться слишком тоже невозможно. Невозможно. Ну, не, невозможно. Ну, как... Держат ноги. Нельзя, чтоб не держали, вправо сказать. Вот это верно. Вот именно, что нельзя. Да ну, желаю вам здоровья и счастья. Я здоров, Павел Степанович. Что же касается счастья, то оно здесь со мной. Работа. Да, работы у нас много. Много. Да ну, поправляйтесь. Пожалуйста, поправляйтесь. На четвертый бастион. Вы правильно сказали, Павел Степанович. Россия у нас одна.